Школьники Заводоуковска делают сухой армейский душ для бойцов в зоне проведения специальной военной операции. Для ребят проводят мастер-классы активисты сообщества «Поможем своим 72». Сегодня, к примеру, с пятиклашками 4-й школы волонтеры изготовили 200 гигиенических наборов. До этого встречались неоднократно с учениками школы номер 3. В дальнейшем женщины планируют выйти на сельские территории. Человек, наверное, 150, это уже точно охвачено, которые уже умеют, которые уже научились. Дети такие замечательные помощники, с ними работать легко и комфортно, потому что они действительно хотят помочь. И они помогают вот своими ручками, помогают своим желанием сделать что-то для участников СВО. Поэтому мы с радостью идем в школу. Я никогда этого не делала, это первый раз. Я чувствую то, что солдатам будет приятно, то, что им помогают. Помощь – это добро. Это было несложно. Помогать – это очень классно как-то, прикольно. Только в этом году жители Заводоуковска сделали более 16 тысяч наборов армейского душа.